Здравствуйте, здравствуйте, фанаты, игроманы. Сегодня мы будем играть в такую игру, как Brothers. Это, ну, вы сами понимаете, игра, которая называется «Братья». Ее мне посоветовал очень хороший мой знакомый, звать его Илюша. И я решил попробовать сыграть в эту игру. Сама фишка игры заключается в очень красивой графике, в интересном геймплее. Плюс управление двумя братьями одновременно. Я так понял, что один младше, другой постарше. Ну, я думаю, что геймплей необычный, интересный для многих будет. Может, даже кто-то захочет и сыграть. Так что я, в принципе, подключил джойстик. Тут рекомендуют использовать для этой игры джойстик с аналогами. Можно и клавиатурой, в принципе, пользоваться. Так что давайте посмотрим на эту игру, что она себя представляет на самом деле. Так, выбор главы даже есть. Ну, новая, мы тут еще не проходили ничего. Я надеюсь, джойстик будет работать. Я его подключил, но пока что вижу, что менюшка работает джойстиком, а вот именно сам геймплей будет интересно посмотреть. Какой-то паренек сидит, опечаленный. Что, стряслось на могиле какой-то? Родители умерли, что ли? Розочка без никаких тут обозначений. Может, просто какой-то памятник. Сейчас увидим. Ага. Это мама, значит. Не смог ее вытащить, я так понял, да? А что ж стряслось тогда? Интересно, как она за бортом очутилась. Рыбу ловили тут, что ли, или просто плыли? Непонятно. И где его брат? Интересно, дома, наверное, был. Грустная какая-то история. Начало игры такое. Ну, насколько я знаю, тут есть такие интересные головоломочки небольшие в игре. Так что, в принципе, должно быть интересно. Похоже, это дерево на иву нашу. Ага, вот душа матери. Мне вообще говорили, что они тут разговаривают на каком-то своем языке, который, ну, не переводится и непонятен. Наи! Наи! Та! Ата наи! Ата! Ага, вот он, брат. Старший брат его. Че это? С мужиком что-то стряслось. Мужик, дед, дядя, батя. Непонятно, короче, пока что. Так, сейчас вот и узнаем, как аналог этот работает. Двумя управлять. И одновременно. Это интересно, честно говоря, даже. Так, нам показывают, куда нам надо сейчас направляться. В этот дом. Надо отвезти этого мужика. Так. Маленький брат, большой брат. И что? Понятно, джойстик, наверное, здесь не поможет. Контрол, так. Ага. Так. Интересно. О, все. Вижу. Ага. Не, не, таки на джойстик таки работает. А вот на джойстике намного легче будет, чем на клавиатуре. Скажу вам честно, потому что у меня аналоговые джойстики, им очень легко управлять. Двумя братьями. А то сначала как-то почему-то меня хотели именно заставить нажать на кнопку клавиатуры. Ну, пока что довольно забавный. Забавный такой геймплейчик вести мужика. Воу-воу-воу, тихо. Надо привыкнуть. Графика довольно симпатичная на движке Unreal Energy. Так, а давай... Ага, уже. Этот сможет. Так, надо сейчас разобраться с кнопками. Ага. Малыш не может, понял. Давай, брателло.
кстати. Что мне не нравится за брата, то тут инверсия на аналоге чуть-чуть другая. Так, ну зато хорошо, что шифтами прожимать. Так, будем надеяться, нам слишком быстро делать во время игры ничего не надо будет, потому что я забодаюсь. Чувствую это все делать. Так. Я? Да-да-да, уже здесь, не переживай. Ата. Да. Ата. Чё он там атакает ему? Ты давай помогай, а не атакай. Давай, не ленимся. Вперед. Ой, так. Есть. Так. Так, тут нужна, наверное, мне помощь этого Бартелла. Так, я же говорю, за него мне сложнее будет играть, потому что реально аналог чуть-чуть. Вот когда вверх, он вниз, вниз это вверх. Ну ничего, я привыкну. Так, есть, скинули, подбежали. Так. Давай, ползи. Есть. Так, я сюда. А это сюда. И погнали. Фу, хорошо, что хоть крутить не надо. Двумя аналогами. Так, есть контакт. Все. Докрутили. Вау. Тихо, меня тут колбасит пока. А чё-то я не могу туда попасть. Есть. Все, погнали. Так, это какой-то священник, лекарь, что это такое? И что с этим мужиком, вообще непонятно. Акуна, что-то там говорят, непонятно что. Так, показали нам этот городочек. Ему что-то поплохело, может надо будет какие-то ингредиенты принести. Да. Ему жопа. Есть один способ, какой? Да, вы навряд ли сможете. Ну вот, хорошо, я вам покажу. Вот такое дерево надо выкорчить с корнями, перенести мне, и мы сделаем ему лекарство. Ну, будет очень сложно найти его. Да, брат, давай пойдем. Помолчи, младший. Я слушаю, что говорит седой. Ну вот, вот вам, держите эту бумагу. И вперед, в путь. Все, не переживай, мужик. Сейчас мы все тебе найдем. Все, если ребята пошли, все будет окей. Так, все, погнали, блин. Вау, тихо, брат. Меня, как всегда, не туда валит. Так. И куда это мы там чешем? Так, изучение среди справки параметры достижения главного меню. Так, мне нужна какая-то здесь карта какая-то. Чего тут нету? Да. Про карту можно не мечтать, да? В принципе, логично, что мы сюда пойдем. Побежали. Так, там закрыта дорога. Оу. А это что за хрен с ружьем? Ага, понятно, не пускает. Погнали. Я буду, конечно, тем братом чуть как пьяный, так что вы привыкайте. Брат, я боюсь воду, ты что, сумасшедший, аж плавать не умеешь? Так иди греби, блядь. Да успокойся, все будет нормально. Сейчас я тебе покажу, вот так вот руками делаешь, вот так. Только не уйди говном ко дну. Хорошо, брат. Так, вот я не знаю, как я этим буду плавать, блин.
Чик. Маленький брат. Для взаимодействия удерживайте Ctrl. Хорошо. Поплыли. Как жабы. А куда вообще плывем? Так. О, как тут солнечные лучи светят красиво. Короче, надо помыться им было. Вот что, в чем прикол. Да тихо там я якаешь. Так. Она вообще сюда? Что-то мне чуйка, что... Нам дальше плыть надо. Или нет? Что там? Ага. Понял, здесь уже не поплывешь. Ну все, тогда давай как-то карабкаться. Да. Ага, вот, понял. Показывай там, блядь. Ата. Такие бегают. Шибзалеты. Так, погнали. Че тут их в селе щимят, что ли, что они тут обходят все десятыми дорогами? Я! Ага. Что этот пацан охренел? Пошел в жопу, я эту палку сейчас засуну, блядь, куда-то. Там, где света нету, блядь. Чертила, блядь. Мелкий проказник. Чук одновременно сейчас, смотрите как. Хоп! И че это, блин? У меня есть родилась идея. Так, а этот залезет ему по спине. Такие черти, блядь. А, вот оно в чем. Фишка, понял? Ага, вот ты видел, что творится? Я откуда знал, что тут такая херня, блядь? Чисто попрыгаем. Тик. Хлоп. Хоп. Ох, как они синхронно работают. Бразерс есть бразерс. Что тут скажешь? Сейчас мы этого малого найдем и навешаем ему. Тик. И тут что у нас? Так. Чтобы вращать камеры. Ата! И что это значит? Ага, это нас обучает вращать камеры. Все, понял. Чтобы мы могли ориентироваться, что тут дальше, да? Ага, я думаю, нам сюда. Тик. Так, есть. Ну, тут понятно. Так, полезли вверх. Вау, молодцы.
Тик. Так, тут все нормально. О, боже мой, брат. Я тоже так умею. Чик. Чик. Эй, Наи! Эй, Наи, ты что творишь? А этот все никак отвалить не может. Не выпускает нас с села, короче, этот гаденыш. Ага, мелкий может пролезть. Так. Ага, вижу, вижу. Да-да, иди его за жопу укуси, этот хитрожопого. Ха, такая мелкая собака испугала его. Кто бы мог подумать? Так. Ну да, нам теперь только сюда, в принципе, идти. Так. Эй, что такое, малыш? Обосрался там, да? Да, да, я бы тебе сейчас сам еще навешал бы, ну, черт с тобой. Нам сейчас не до тебя. Какие-то нервные все такие. Тик, 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 сыпаем, 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 сыпаем. Воу, я тут братом не туда ушел. Ого, а тут что творится? Ну, наверное, мост надо как-то пустить, нет? И вода тут халищится. А что там наверху-то? Пимпочка или что? Короче, чувак, идем сюда. Нет, это, наверное, рычажок таки там. Чтобы мост опустить. Надо что-то придумать. Так, а если здесь встать? Хватит храпеть, ты чё, бля, разбудил тут всех вокруг своим храпом конским. Ты чё, малыш, охренел, что ли? Иди, иди, повытирайся, дед. Или кто там, блядь, ну не дед, хер с ним, мужик. Все, уговорили наконец-то этого. Идите, валите нахер отсюда, чтобы я вас не видел. Так, это хорошо. Все, побежали. Я вот не могу понять, когда здесь сохранение, блин. Вот что интересное самое тут. Все. Так, что-то тут начались эти загрузки какие-то. А я, как всегда, этим мальчуганом. А, да тут еще можно прикалываться. Да, очень весело. Шма. Так, ты можешь скорачивать дров. Бежим, бежим.
И чё там? Чё там увидел? Так, идем этого детка подприкалываем его. Такой подсрачник хапнул, блядь. А я не знал, что так можно издеваться над этими, блядь. Давай, помогай. Ты чё, блядь, звери? Так. Да, я такой, блин, все умею играть. Спасибо. Блин, знал бы там над всеми поприкалывался бы в городе, нахер с ним. Так, надо посмотреть, что тут нас ждет. Погнали. Тик, это что за... Дай бухнуть. Не жадничай. Оп! Очень смешно, блядь. Сейчас наплюю тебе на морду. На, забирай это пойло свое. Фу. Свинья, блядь. Ух ты, тут красиво как. Ух ты, это что за псина? Конячья. И что делать? Ага. Я понял. Сейчас будем разводить эту собаку. Так, теперь я чуть-чуть. Так, бежим, бежим, бежим. Так, теперь этим покричим. Этот айкает, этот свистит. Все, пошел в жопу. Так. Что нас тут ждет дальше? Красивая вода такая, как настоящая. Скажу я вам честно. Так, сейчас залезем наверх. Я. Затрибно. Ты допрыгнешь? Конечно. Погнали. У-у-у, Ямакаси. Так, тут все понятно. Тут все как по плану. Так. Давай, запрыгивай. Хорош. Что-то здесь FPS проседает. Ты из этой сраной воды, наверное. Так, ага, тут все понятно. Система ниппель. Так. Так. Есть.
бэкают здесь, мэкают все. Черти, блядь. Так. Так, а что тут есть интересного? Ну-ка. Ну лети, пташка. Добряк. Так, нам надо теперь здесь как-то мост опустить, да? Так, давай-ка мы этих баранчиков. Ну, чувачок. Это так бежит. Как хомяк, блядь. Так, тихо-тихо, барашки, блядь. Имейте совесть. Ме-ме. Сейчас еще одного приведем. Баранчика. Я надеюсь, их всех хватит, чтобы мост не поднялся. Так. Давай-ка. Сейчас мы этого баранца закинем, пусть бежит. Давай, малыш. Красавчик. Погнали. Так, и тут спускаемся. Уже отошли чуть-чуть от нашего поселка. Ну чё там, блин? Ну что? Ну, вы погнали. Так, меняем камеру. Чуть-чуть. Ух ты, какая тут красота. Что там кто-то плачет или что? Не-не-не, обратно не надо. Чё тут стряслось? Ух ты. Какой-то кабан тут плачет. Тролль, что ли, или чё это за хрень? Эти аж пересрали, блин. Ушастый такой. Ух ты, сейчас я вас съем. Нихера себе у него лапы, блин. А, привет. Да-да, привет. Только не ешь нас. Ну-ка, сейчас я его выломаю, если что. Может, он знает, Мару? Где это находится? Да? Да, я знаю, где это находится. Я. Вот там. Идите 10 дней на север. Хочет он поприкалываться над этим кабаном.
Да, не судьба. Такие ко всему придирчивые дети эти, блядь. Нет, не надо мне тут стучать. Эй, Ная! Да-да. Вот он нам показывает, куда это. О! Их ёптель. Закидывает нас прям наверх. Какие-то какашки, блядь. На, блядь. Нахрен. Так, хорошо. Дальше что тут? Я. Я. Что я? Давай, чувак, иди, иди сюда. А тут хрен залезешь. Так. Так. Все, погнали. Так, так, так. Все получается, ух. Да, вылазим. А то! Что там уже? Этот нас преследует, этот хрен здоровый. А он сейчас нас будет закидывать. Пришел. Ну все, сейчас я вас опять. Что у него грибочки растут на спине? Ну нихера себе. О-о-о. Очень приятно с твоей стороны. Чик. Смотри, какой он великодушный этот. Ну кто бы подумал. Тихо. Так. Так. Да, мы же тут как-то разберемся. Спасибо, я понял, что туда, наверх надо идти. Тут по-другому нету вариантов. Ага, он с нами. Понятно. Одновременно все делаем. А, вот как он тут решил нам помочь. Так, за грибочки держимся, за грибочки. Такой кабанчик, руки такие, как орангутан. Тинс, 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 тинс. Давай уже, малыш. Так, а тут что нас ждет? Тут, тут. Надо его помощь. Нахер. Кого-что, блядь, заглючило. Какие-то глюки бывают, что тут сделаешь. Ты смотри, он тут с нами конкретно марширует. Тик, тик, тик. Опа. А ты чё? Малыш, не прыгнул. Я. Да я понял, что я. Тик, тик, тик. Погнали, 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 погнали. Тик, 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 тик. Опачки. Так, вот мы уже на месте. Ну, красивая тут такая нычка. Бабочки, водичка, все как полагается. Так, что он тут у нас?
Ух ты, двумя даже. Зверь, что сам будет прыгать? Вау. Ну просто зверь в натуре. Какую-то пещеру нас привел, сейчас сожрет тут точно. Бля, сейчас опять плавать. Вон какая-то дыра там, бля. Так, я пошел. Так, ты давай там. Поплыли, блин. Жалко, я бы нырнул бы здесь, но чувствую, что мой брателло, блядь, захлебнется. Давай уже начинаешь тут хэкать, мэкать. Чик. Так. О. Хай. Ага, нам туда, да? Ну, спасибо. Давай, удачки тебе. Так, полезли. Эти пещеры, тут неизвестно, кто еще в этих пещерах может обитать. Вот в чем прикол. Тик. О, меня как всегда заносит этим. Так. Ага, вижу, вижу, вижу. Давай, малыш, открывай двери. Да подожди ты все на та, блядь. Сумасшедший, блядь. Так, нам туда. Ата, блядь, это меня звать так. Ата. Его звали Ата. Ух ты, тут это вообще, блин, целый мир подземный. Сопали. Быстренько мы здесь все обшастали. Так, а тут что нас ждет? Я знаю, что я. Надо как-то это остановить, не? О, блядь. Я уже вижу, как мы это сейчас будем нести здесь. Ёшкин кот. Короче, мелкий мне будет тут управлять. Тихо, подождите, вы тут еще. Так. Пьяный, пьяный такой брутелло, блин. Так.
Так. Ну и чё, как это закинуть? Так, сейчас надо разобраться с этой ситуацией. Надо механизм тряхнуть, да? Надо еще посмотреть, или там может еще что-то осталось, что можно притащить. Наи, он, я, он, а та, Наи. Да хватит там уже выступать. Так, ну тут походу больше ничего. Понесли. Не, все-таки тут надо как-то это, как-то надо это сделать. Как бы это туда засунуть? Может так боком? О! Видите, мозги заработали у меня, однако. Что надо бочком. Так, пошли дальше. Тут что у нас? Ого, еще какая-то технология нибель. Так. Понял, надо двоих брать сюда. Ата, шмата, блин. Я. Да подожди ты со своими я. Ата. Что там мы тут?
что-то мы тут не ушли. О! Фух, чуть не вспотел тут с этой, блядь, с этими механизмами, блядь. И этими джойстиками, ёшкин кот. Люблю я усложнить себе задачу, но пускай. Зато веселее играть. Так, ну что, тут пойдем прыгать. Ууу, понеслась. Так. Куда это нас тут принесло? Так. Понятно. Так, малыш залазит наверх. И что дальше-то? А, я понял, надо спрыгнуть на эту лебедочку, наверное. Сейчас все будет. Путь. Ой. Давай, малыш. Погнали. Погнали, малышня. Так. Я думаю, что сохраняется та-та-та, когда крутится эта... Да, я. Эта хрень. Так что будем следить за ней. Как красивое тут место. Вот там еще один какой-то... Горные тролли, блин, тут шахтеры. Ух ты, там какая-то рыбка. Так, сейчас посмотрим, что за рыба. Что за рыба, 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 рыба. А я могу словить? Может, брат может словить? Может, давайте посмотрим. Там какая-то дорога есть. Красота. Так. Сюда. А тут что такое? А ну мы могли с той стороны сюда попасть, в принципе. Так. Опять эта хрень. Так. Так, а что дальше? А, вижу.
Так, понятненько. Ты че так с разгона, как спецназовец, да? Чит. Сейчас тут что-то покрутим. Покрутим, повертим. Да ёшкин дрын, блядь, он такой. Ну чё ты, блядь, я буду цепляться или чё, ты чё, охренел? Пока я тут кручу, блин. Так, понял. Работаем, работаем. Так. Так, куда это меня несет? Тихо. Так. Теперь здесь. И чё? Ага, вижу. Крутим, крутим. Такая работа у братьев. А те внизу, смотрите, как хреначе там. Добывают, блядь, уголь. Так, ты там можешь перестать уже крутить. Так, есть контакт. Так. Ага, понял. Давай еще сюда. А что я? Ты что, слепой, что ли? Я, блин. Ты кто-то сел, блин. Я, конечно. Так. Есть контакт. Побежали. Так, если это закрутилась штука, я думаю, что это сейф. Так, тогда давайте, наверное, здесь я буду сохраняться. Спасибо, что смотрели видео. С вами был Олегыч. Давайте до встречи. Да, и не забудьте поставить лайки, подписаться на канал и оставить свои комментарии, а то я совсем уже забыл. Все, счастливо.